Thank you.
We elves may be an agile sort, but all that swinging from poles takes its toll on the hands. Could you kindly fashion some mithril gloves for me? In return, I could help to double your income. We elves may be an agile sort.
Микрофон работает. Отключал, потому что думал, что я снова буду материться. Много. Не понял. Зачем? С тобой возьмем. О! Я не совсем этого ожидал, конечно, но... Так. Блядь, денег нет. Элрон. Thank you.
Сколько ты стоил? 200. Ну что, все сделал? 400 тысяч. А нет, 200 тысяч. Я пока не могу. Умы. Все. Жим Да ладно. Три монеты дали. Застрял. Так. День. Плохо. Может, 1200 набрать, на всякий случай. Ну, лишних имеет. Чё нет-то? 10 раз надо бегать. Первый раз бежим. Один. Блять, не туда. Ой, еще и
Ой, как же я ступил-то, а? Время потерял. Ну ладно, бывает. Застрял, чувак. Туплю, давай. Надо быстро все делать, давай. Два. Здесь ачивка есть в этом. Как его? В стиме. Там можно набрать 10 миллион. Я, конечно, сейчас это делать не буду. Но насколько я понимаю, если я найду рецепт на метриловые перчатки. Слушай, а вдруг они у меня есть уже? То есть, если я сдам квест, то я могу включить чит-код. Конечно, не хотел бы я называть это чит-кодом, но же игрой предоставляется за прохождение, правильно? В принципе, я могу включить опцию, скажем так, для получения наград в двойном размере. То есть за один забег я уже буду получать 20 тысяч, а 40 тысяч. В принципе, должно облегчить мне получение ачивки за 10 миллионов. Жалко, что я не вижу, сколько миллионов я уже собрал. Еще два забега. Че, блять? процентов. Последний забег. Блять, опять. Делаем пока расческу.
что мне кажется, что расческу кто-нибудь может попросить. Я, наверное, еще и драться ее могу, да? Боксер. Ладно, побежали. Следующее место. Побежали. Блин, опять ничего не воткнут у нас. Ты дурак. Взял, упал, блядь. Hey!
Интересно, так можно вообще на эту веревку встать? Похоже, нет. А, блять, даже так промазал. Стой, блядь. Все куплен. Что дальше? Попробуем квест пройти. Квест вернее, а я... Давай попробуем. Здесь я падать буду, пал. Я могу здесь получить десятку, 10 000. Действительно легко. Хотя зачем мне это? Мне легче там 20-ку. Посмотрим. Это бонус урон. Интересно, что он дает. Что за хрень? Подожди, это за кого? Саурон!
Нифига себе. Это мне надо миллион набрать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Одиннадцать тысяч. А, вот здесь я дверь открыл. Так, а нахера я это построил? Не спрятано, опа, тысячу спрятано. А, блядь, я думал, мы наверх поднялись. Yeah.
Опа. Что там лежит? Что лежит, блять? Не знаю, стоит ли мне проходить сейчас. Все это. Раз уж начал. Я могу все быстро ломать. Сейчас мы слону все поломаем. Наверх. Чай. Все. Опа, подожди. Так, давай-ка разберемся. Ох ты, прикольно. Это же эти, блядь. Сильный? Ох ты! Ты тут чувак силен. Айзенгард или как? Я не разбираюсь. Все слава. 152 000. Ой, еще и это можно сломать.
Так, а как туда попасть? Попробуем-ка мы кинуть сюда. Так. Куда мне показывают? Полагаю, что здесь что-то по дороге. Бля, хорошо, что я вернулся. Что-то выплевывает или выплевывает. О, точно. Сейчас глаз появится. Клево сделали. Как ты считаешь? Собираешь конструкцию. Я не знаю, что это такое, блядь.
типа дискотека, что. Это задание какое-то или что? Я просто не понял, что это такое. $412,000. Как бы не получилось так, что... Все соберу, но не все. А ведь если бы я не попробовал еще раз ударить. Нейтриловые блоки, да? Побежали. Так, плозивом. Здесь там осталось. Ура! Есть. Там вместо глаза чё, гамбургер? Да чё-то я не знаю, чё-то я не знаю, ребят. Неужели просто так этот фонарь? Давай я денег-то тебе под повод. Ого! Ну-ка. Принесем еще. Может быть, этот дом можно вообще полностью разнести. Нет. Блять! Выбросил мяча. Тагадам, тагадам, тагадамский конь.
процентов стоил, да? Так, 589 тысяч. Чего? Короче, если мы миллион не наберем, то попробую перчатку принести. Хотя давай сейчас прям принесем. Пусть она лежит у нас в загашнике. Это такая мини-карта. Конструктор. Если эти все наборы собрать, то интересно. Почему вот сюда не приходит, а? Блин, мне кажется, что-то должно открывать. Не понимаю, не понимаю. Слышь? Понятно, короче, это просто для сердечек.
Давай-ка мы встанем с тобой. Эльф. Блять, ты чё? Ой, хера ты свалился. Чё за хер? Чё за хер? Разводит. Так. Что-то еще можно Куда ты выбросил, блядь, придурок, сука? Там должно быть.
человек нужен поменьше. Так, давай наверх подберемся, попробуем. Так, работает. Захоронение. А, понятно. Это же где гномы были похоронены. Слушай, блин, класс сделал. Мне нравится. Задумка отлично. Yeah.
какой стороны? А, ну хорошо. Ладно, с этим потом разберемся. Это, по-моему, уже город Эль. Осталось 250. Видимо, на этом все. Так, 240 тысяч осталось. Сюда потом пройдем с этим, с бомбой. Сдается мне, что здесь нужен эльф. Дряжи. Эльфийский. Так. Верните мне Арагорна. Принесу бомбу. Просто проверим. Вот куда он показывает, блядь? А? Глюк или что? Huh.
чуть не пропустили. Сорок две. Может, все-таки наберем миллион, а? Куда он показывает? Куда? Здание хера. Вот оно как. Давай второе тоже разрушим. Нет. Сто сорок тысяч. Семь. Сто тысяч.
Я еще 75. Сейчас мы тут все растения переломаем. Ух ты, это все? Ух ты, это я миллион здесь заработал. Нет, подождите, я вернусь. Я вернусь, потому что я хочу посмотреть. Я же еще. Все там сломал, правильно? Интересно. Так, мне интересно, если я выйду с игры,
Мне все это зачтется или нет? Так, это все мелочи. Мелочи. Короче, надо попробовать уничтожить дома. Yeah.
400 000. Не, сейчас уже рано выходить. Вернее, поздно. Надо было выходить раньше. Посмотрим, сколько это мне монет даст. 451. Херня. Тысяч. Нихуя себе, я не могу эту штуку подвинуть. Так, сейчас подорвем.
41 000. Все, блядь, исчезло, что ли? Что ты мне показываешь? $200,000 еще.
Блять, бомб-то не осталось. И здесь как блять без бомбы. Бомба мне нужна, алё. Сука, бомбы нет, блядь. Я чё, я не пройду, да, теперь? Блять, это плохо, ёпрсте. Как же это плохо. Бомба есть у меня. О-о-о-о. Понятно, почему она не появлялась. Уф. Потому что я еще ее не использовал. Ты дурак, куда ты ее выбросил? Нету, блядь, бомбы, все на. Есть.
Подожди, а почему вот эта хрень-то не разрушилась? Я это поставил. Это поставил. Давай, доломаем, доломаем. Все, 16 000. Блять, исчезло. Сука, все, нет бомб. Блять. Что за глюки? Почему у меня в прошлый раз получилось это сломать, а сейчас нет? Короче, пиздец какой-то. То есть бомбы, блять, то нет бомб, нахуй. Что за херня? Не ты, не ты, не ты, не ты, блядь. Я вообще Гимли не вижу. Вот. Ох, нихера себе. Ох, нихера себе. Хо-хо-хо! Неужели миллион? Миллион. Ребята, 2 миллиона денег у меня. Все, хватит. Я думаю, на сегодня.
Все. Может, привязываемся. Хорошо сыграли. Хорошо.